Сергей Битюцкий, в скобочках, Роджер Железный. Когда расцветают бомбы? Бомба цветет один раз в жизни. Семя ударяется о землю и вспыхивает ослепительный яростный шар, затмевающий солнечный свет и плавящий камень и металл далеко вокруг. А потом в диком реве разрываемого воздуха и сверкающем ореоле радиации рождается из клубов пепла сожженного мира трепещущий бутон, раздувается, лопается и проклевывается исполинский пламенно-черный гриб, величественно вздымающийся над опаленной чудовищным жаром землей. Он растет, клубясь и вибрируя всей своей призрачной плотью, извиваясь на утончающейся ножке, озаряемой солнечными бликами, мерцающими на его туманной кожице, и гордо распускается над планетой. Во всей своей неодолимой мощи, во всей ошеломляющей сказочной жестокой красоте мертвой материи, самой мертвой на свете. И тогда звучит печальная и тоскливая музыка, которую уже некому услышать. Атомный цветок поет прощальную песнь, породившим его короткий, но огненный рассвет жалким созданием. Хроника. Вашингтон. С мыса Канаверал запущен спутник неизвестного назначения. Администрация Берли отказалась дать комментарии к этому внепрограммному запуску. Спутник вышел на устойчивую орбиту с параметрами... Бонн. Группа неизвестных с бронетранспортеров армейского образца обстреляла здание советского посольства. Имеются убитые и раненые. Это неслыханные... Тихий океан. Американский сторожевой катер PCO-214 обстрелял советское геофизическое судно «Циолковский» и под угрозой уничтожения приказал команде оставить корабль в течение 15 минут. Руководство базы на острове Аогасима открытым текстом передало сообщение об угоне катера террористами. Владивосток. Два ракетных самолета новейшей системы «Циклон» стартовали с военного аэродрома в районе сопки Межевой и взяли курс на позывные «Циолковского». «Циклоны» РК-2 и РК-8, преодолев за 4 минуты расстояние в 2000 километров напрямую над китайской территорией, перешли на дозвуковую скорость и накрыли сторожевой катер PCO-214 ракетным ударом. Пекин. Правительство КНР заявило протест правительству СССР в связи с нарушением воздушных границ ракетопланами РК. Попытка сбить их не удалась, так как по всей трассе следования циклонов вышла из строя радиолокационная аппаратура. Самолет израильских ВВС «Кфир-С2» без предупреждения сбил над нейтральной территорией английский правительственный «Конкорд». Правительство Великобритании готово осуществить военную акцию против Израиля. Москва. Правительство СССР принесло извинения правительству Китая и заверило, что нарушение границ КНР не было агрессивной акцией, а было вызвано необходимостью спасти экипаж Циолковского. Правительство СССР сожалеет о гибели китайского самолета, пытавшегося протаранить циклон, и разрушенного исключительно из-за невозможности уклониться, а также об имевшем место применения генератора помех. Байконур. Новый гамма-рефлектор наземного комплекса наблюдения зафиксировал наличие на вновь запущенном американском спутнике большого количества расщепляющихся материалов. Правительство СССР направило правительству США ноту протеста. Смотри, кажется, это действительно она. Мы нашли ее. Сильнейшие помехи неизвестного происхождения на 8 секунд вывели из строя всю радио, магнитную и электронную аппаратуру в мире. Имеются многочисленные жертвы. Вашингтон.
Правительство США направило встречный протест против использования советской стороной глобальной системы помеха-наведения. Москва. Телефонный звонок из Кремля в Белый дом по прямому проводу. Представитель советского правительства с возмущением отверг беспочвенное обвинение Вашингтона о применении советской стороной якобы имеющейся системы сверхмощной помехогенерации. Владивосток. Китайский гиперзвуковой истребитель пересек советскую границу и на малой высоте на скорости 4000 км в час прошел над городом. Гиперзвуковая волна причинила большие разрушения. Число жертв... Бонн. Продолжается обстрел советского посольства. Нападающие применили для атаки новейшие лазерные устройства на трансуранидах. Полиция города бездействует. Секретарь посольства Крылов заявил, что расценивает это беспрецедентное нападение как акт агрессии со стороны правящих кругов. Работа аппаратуры планеты вновь была прервана, на этот раз на 40 секунд. Да, я не ошибся. Эта планета сейчас зацветет. А откуда ты знаешь? Я чувствую. Ты тоже должен чувствовать. Такая дрожь, такая ни с чем не сравнимая пульсация психических полей в каком-то могучем, зачаровывающем ритме, напряжение, как будто источаемое самой планетой. И потом планета цветет. Один раз. Это величайшая редкость увидеть цветущую планету. Нам очень повезло. А ты видел это раньше? Никогда. Смотри, кажется, проклюнулся первый бутон. Пакистан в своей преступной войне против Афганской Народной Республики применил атомное оружие. Бомбардировщик спел свою лебединую песню и над городком Баламбурга, просекая небо пополам, поползло вверх клубящееся грибовидное облако, трепеща и подрагивая в бешеных порывах проносящегося антициклона. Раскаленные, пышущие жаром радиоактивности, лохмотья пепла и песка срывались с верхушки гриба, медленно раскачившегося, как бы пританцовывая над сожранным городом, и, вращаясь в потоках ветра, уносились на северо-запад к советской границе. Между правительствами атомных держав идет интенсивный обмен нотами, протестами, угрозами, призывами. Политические деятели квалифицируют сложившуюся обстановку как чрезвычайно и чрезвычайно напряженную. Космос. Обломок третьей ступени французской ракеты-носителя на встречной скорости 14 км в секунду зацепил борт вновь запущенного боевого американского спутника. Спутник поврежден, но не уничтожен. Развороченные листы внешней обшивки спутника ярко поблескивали в лучах ослепительно сверкающего солнца. Два проводка из его бесконечно сложной и путанной схемы потеряли часть изоляционного покрытия во время столкновения. Быстрое охлаждение гнуло их и неотвратимо вело навстречу друг другу. Коротко щелкнула искра, и поток вырвавшихся на свободу электронов помчался по километровым лабиринтам проводов и интегральных схем, заставляя срабатывать реле и пробуждая спящую программу. Спутник дрогнул и, захлебываясь огнем, начал выплевывать ядерные снаряды. Чуткая компьютерная система зафиксировала ядерные взрывы на территории своей страны. Безупречные ЭВМ связали их с поведением спутника, и раньше, чем успел бы среагировать человек, система выдала импульс. Ядерное нападение. Соединенные Штаты Америки. Владимир Станченко вел свой бэкфайр в обычном патрульном полете на высоте 40 тысяч метров. Тишину разорвал вой сирены. Все еще не веря в происходящее, пилот медленно протянул руку к запломбированному рычагу.
Восемь крылатых ракет, вырвавшись одна за другой из брюха самолета, унеслись вперед, оставляя за собой пышные хвосты инверсионных полос. Локаторы атомного ракетоносца Royal Star нащупали далеко вверху маленькую точку. Огромный корабль, казалось, сжался от ужаса, но через секунду ответил на неизвестно чей удар, неизвестно кому. Шесть раз успел ударить гигантский молот. Шесть раз корабль исступленно содрогался и надсадно воя, и, обливая палубы бешеными струями огня, вырывались на волю баллистические монстры. А потом упала нейтронная бомба, и все активное вещество, которым был нашпигован ракетоносец, жутко ахнув, превратилось в свет. «Какая прелесть! Я никогда в жизни не видел ничего подобного! Это сказочно! Такая крошечная, неприглядная планета и такие потрясающие, феерические цветы! А почему они цветут?» «Кто их знает? Когда планета отцветает, на ней не остается ничего. Мы слишком велики в сравнении с этой планетой, и нам трудно в этом разобраться, но все равно это прекрасно. Вот еще». Джек Бейли увидел, как в небе скользнула огненная черточка и начала падать вниз, вниз, прямо ему в лицо. Он дико закричал и, не видя никого и ничего вокруг, побежал, царапая лицо руками. «Я хочу потрогать его». Вспыхнувший ад изодранных в клочья атомов замер в звенящей жуткой тишине. Начали падать уже взметнувшиеся ввысь комья обугленной земли. Бейли оторвал трясущиеся руки от лица и обернулся, еще не веря в спасение. И только тогда люди вокруг закричали. «Зачем ты это сделал? Испортил такую красоту! Как тебе не стыдно? Ах ты, бедненький цветочек! Сейчас я тебя поправлю, так? Так, вот, вот, вот!» Освобожденный гриб рванулся в небо. Бейли сидел, оперевшись обо что-то спиной, и как заколдованный, не в силах оторваться, смотрел на исполинскую тучу, вздымающуюся в небесах, во всей своей чудовищной демонической мощи. Он давно уже обуглился, у него вытекли глаза, но он как живой смотрел, задрав голову и как бы безмолвно восхищаясь непередаваемо жутким и страшным величием убийственного атомного цветка. Планету больше не закрывали мутные белые стаи облаков. С ее ликов сползали остатки зелени и голубизны. По ее поверхности пробегали, искрясь и подмигивая звездам, в вышине сверкающие цепочки огоньков. И оттуда, как в танце сказочных фей, поднимали к небу свои лепестки, переливающиеся всеми оттенками нежнейшего черного цвета, источая благоухающий аромат ультракороткого излучения, пышные, пенящиеся и мерцающие всей своей хрупкой и тончайшей красотой атомные орхидеи. Таинственные, манящие своей фантастической прелестью, маленькие и совсем-совсем не страшные. «Это чудо! Чудо! Великолепно!» «Это самое прекрасное из того, что я видел». «Наверное, планеты и существуют только для того, чтобы распуститься один раз, но разве этого мало?» Гриб пел. Планета отцветала.